Добрый день, друзья! Вы узнали уже очень много полезного, нужного, почему нужно заниматься йогой смеха. Есть ли противопоказания? Да, как и везде, всегда, конечно же, они есть, но их совсем немного. И сейчас я вас познакомлю. Итак, первое противопоказание. Если у вас недавно была операция, есть возможность разрыва швов. То есть операции свежие, вот нужно быть очень аккуратными. В любом случае, улыбайтесь чаще. Второе противопоказание. Если вы беременны, у вас есть угроза выкидыша. То есть очень аккуратно, особенно после 7 месяцев. Третье противопоказание – это психические заболевания, эпилепсия. Четвертое противопоказание – это легочные заболевания. Здесь нужно просто подходить постепенно, осторожно, тестируя. Все в меру, соблюдайте золотую середину. И следующее – это, конечно, инфекционные заболевания. Если вы больны какой-то простудой, не дай бог ковид, еще что-то, то, конечно же, не нужно приходить там, где проводятся общие занятия. Но у себя дома развивать легкие и постепенно вводить йогу смеха – это, конечно же, всем полезно. Желаю вам всем здоровья, радости и счастья. Наполняйтесь только позитивными эмоциями.